Этого открытия следователи Брещины ждали давно. Прежде сотрудники управления ютились в нескольких зданиях в разных точках города. Сегодня, благодаря добросовестной работе строителей, а также грамотному взаимодействию всех заинтересованных структур власти, новый административный комплекс объединил под своей крышей все подразделения управления Следственного комитета, а также украсил собой одну из центральных городских улиц. Символический ключ от обновленного учреждения был торжественно вручен его хозяину, начальнику УСК по Брестской области, полковнику юстиции Александру Рахманову. Я сам выходец из Брещины, и для меня это искренне важное событие в моей жизни, потому что вы прекрасно, особенно кто вот постарше возрастом, помните, что здесь находилось раньше. Это был военный госпиталь, и люди старшего поколения помнят прекрасно, когда возникали проблемные вопросы о том, когда было принято решение о том, чтобы этот госпиталь реорганизовать. При образовании Следственного комитета было принято решение о передаче в оперативное управление Следственного комитета вот этих площадей. И сами видите, что здесь получилось, какое прекрасное здание, какие комфортные условия для службы следователей наших. Слова напутствия и перерезание красной ленты – неизменные ритуалы долгожданного новоселья. После торжественной части последовала ознакомительная экскурсия. Нынешняя вотчина сотрудников Следственного комитета была введена в эксплуатацию 30 октября текущего года. Здание бывшего военного госпиталя, построенное в 1898 году, спустя чуть больше века, наконец, обрело новых хозяев и, соответственно, вид. Судя по ретроспективе, организованный в фойе, исторический объект значительно преобразился и сегодня оборудован по последнему слову техники. Общая площадь введенных зданий более 3000 квадратных метров. Вот. Количество кабинетов в основном здании 115, в здании УФИТО 18 и на проходной 4 кабинета. Открытие обновленного здания управления Следственного комитета – событие двойной значимости. Во-первых, с его появлением сотрудники УСК по Брестской области получили возможность работать в более комфортных условиях. Во-вторых, отреставрированный исторический объект удачно вписался в облик центральной части города. Я очень доволен то, что этот уголок начал преобразовываться. Хочу пожелать всему личному составу одного. Вот здесь был раньше госпиталь. У врачей есть одно правило – не навреди. Я хочу пожелать личному составу Следственного комитета также действовать вот этому же правилу, работая в этих замечательных, комфортных стенах, а наше взаимодействие будет только укрепляться. Спасибо. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».